temperature. Hotter than the pepper when you put in on the pizza. Both of your lyrics like an AK in the holster. Lyrics them a show a lot, back in a show a lava. Now when it comes over, lyrics them a give me in one lava. All the years them in the defense, be a big eater. Now give me a hot love, I'm a big cry. Делаем вид, что мы охренительно выспались и выезжаем на Картохафест. Взял кофеёзу. Не берем Лексу, значит возьмем комплект новых колес. Сейчас заскочим за ними и стартуем. Ребятки, кто там донатил, помогал нам? Вон я целый мешок чехлов взял. Тоже можно на Картохафесте будет забрать. Чпоньк. Так, ну народ потихоньку начинает подтягиваться. Чинг. Тачулечки, где-то чулечки. Здесь тачулечки. Там тачулечки. Вот мы зашли на территорию. Там машины. Дальше по территории проходим, там еще машины. В общем, ребятки, здесь есть на что посмотреть. Тачек реально много. Идем дальше. Блин, локация вообще крутая. Ой, какая пуля! Вот это зачет, это что такое вообще? Volkswagen всегда, скажи же. Здоровки. Я уже тоже обзорчик на него снял. Бляха-муха такое. 5 единиц здесь лежит. 5 единиц? Слушай, ну вообще прям какая сочная, а, сучка? Вы зацените. Опасность. Опасность какая. Это стемень, тачка. Слушай, вообще. Офигеть. Ну, короче, у меня есть претендент на первое место уже стопудово. Я даже дальше идти не хочу. Ну, потому что там уже сильнее живет. Ну, кстати, смотри, это же смотри, Леха. Да, локация вообще. Какой? Вон. Вон Леша, смотри, лежит. Реально лежит. Ну-ка, зацените, как вам вот такие самцы. Ты про чё? А, про шотганы, что ли? Ну, а вот десочек. А вот этот автомобиль стопудово, я знаю, кто заценит. Ваня Иваскис. Сарайчик, как тебе такой? Ох, ё-моё. Фака-маза-фака вообще. Смотрите, покрышку пропилил просто. Ай, да? Стилёк какой. Пойдет такая. Ну вот это, конечно, жесткая наркомания, но такой стиль мы любим. Это, конечно, трешак вообще полный. Снегоуборочная техника. Сатана-мобиль.
пойдет, да? Очень необычно. Че, слона давно играли? Здесь что-то один слон сломался уже. Друзья, давайте подарим команде суетологи! Слон сломался. Шикарный исполнитель. Ну что, ребят, у нас начинается подготовка к стриму. Вы посмотрите. Вспотел аж Санек. Свет, музыка, мотор, подсветки, микшеры, шмикшеры. Тут вообще все, все на серьезных щах. Санек, еще лампы? Куда столько света? Ты как фотосессию собрался делать? Все, как скажешь, ладно. Как я понимаю, осталась только настройка. Лешеньку здесь мы поставили. Его, правда, стопудово не будет видно. Начинаем наш прямой эфир. Сейчас покажу, как это все выглядит. Алло, ну-ка перевернись, не переворачиваться. В общем, сейчас сюда ссылочку прикреплю. У нас здесь все серьезно. Так что давайте ждем вас в прямом эфире. Да чё? На снятие вот этой хуйни, на полировку, короче. Ну вот прям лично от меня пятёронька. Есть, конечно, легкий тут не прокрасить, но, блин, в целом